Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и мы продолжаем с вами изучать интересный виджет, который позволяет делать вращение вокруг своей оси любых элементов в Adobe Muse. В прошлом уроке мы с вами познакомились с данным виджетом, а в этом уроке мы продолжаем с вами. И в этом уроке я хочу вам показать еще один интересный эффект, который я сделал с помощью того же виджета. Это вращение шестеренок. Смотрите, я прокручиваю страницу, и у меня начинаются вращаться шестеренки. То есть только тогда, когда я кручу страницу вниз, например, или наверх. Вот такой интересный эффект сейчас вы научитесь делать. Я его сделал вот так вот на всю страницу и в обратную сторону. Я считаю, что это очень-очень-очень красивая штука. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим, как я это сделал. Вам понадобится PNG картинка вот такой шестереночки. Вы ее можете найти в интернете, например, в Гугле. Скачайте себе на компьютер. Смотрите, что мы делаем. Я делаю дубликат данной шестеренки. И в самом начале нужно их расположить так, чтобы они у вас вращались. И самое главное, чтобы зубчики шестеренки не заходили друг на друга. То есть, наверное, примерно так оставим. Посмотрим, если что, поправим потом. Дальше нам нужно этот виджет вытянуть к нам на рабочую область. Один элемент и второй. Так, нам нужно анимировать обе шестеренки. Давайте сначала анимируем вот эту нижнюю. Этот элемент виджета я размещаю прямо на шестеренку. То есть все то же самое, как в прошлом уроке мы делали. Только здесь немножко нужно кое-что изменить, чтобы у нас это все сработало. Потому что, смотрите, одна шестеренка, она движется в одну сторону, прокручивая другую шестеренку, да? Соответственно, другая шестеренка, она должна крутиться в другую сторону. То есть вот в этом вся соль. У этого элемента rotate делайте, там, я не знаю, какое-нибудь большое значение. Например, я 1000 сделаю. Дальше делаем дубликат нашего виджета для вот этой шестереночки. Размещаем на нее же. И не забываем сменить название. Я поставлю просто двойку здесь. И также нужно продублировать вторую часть. Здесь тоже надо сменить название, чтобы оно было идентично с этой частью виджета. Я уже в прошлом уроке об этом рассказывал. Поэтому здесь подробно я не останавливаюсь. А сразу вот эти два элемента вырезать и в самый низ сайта. У меня 5000 высота сайта, то есть достаточно длинная. И если хотите, чтобы до конца сайта прокручивались шестеренки, то где-то в самый низ размещайте эти два элемента. В принципе, мы их больше не коснемся. Будем работать здесь. Так, теперь выделяем нашу шестереночку и включаем в Muse перемещение. Здесь стрелка наверх, начальное перемещение, скорость единица. В сторону перемещения начальное на 0. Конечное перемещение все на 0. То же самое нужно проделать и для второй шестеренки. И не забываем вот этот уровень вашего перемещения разместить на самый верх вашего холста. То же самое проделываем для второй шестеренки. Включаем перемещение. Этот параметр также примыкаем к верху самого вашего холста. Не забываем, стрелка наверх, единица, здесь 0. Все то же самое, и здесь 0. Внизу конечное перемещение, напоминаю, 0 везде. Это нужно только тогда, если вы хотите, чтобы шестеренки вращались на месте, не прокручивались вместе с сайтом. И если мы сейчас посмотрим, что у нас получается. У нас с вами они крутятся, видите, неправильно. Они крутятся в одну сторону. Та шестеренка, которая выше, она должна крутиться в противоположном направлении. В принципе, у нас уже все получилось, но с этой шестеренкой беда. Что для этого нужно сделать? Вы находите вот эти элементы, которые мы разместили в самом низу сайта. Заходим в настройки. Именно второй вот этой шестеренки, которая выше. И там, где rotate, вам нужно к этому же значению поставить минус. То есть тогда будет шестеренка крутиться в обратную сторону. Вот и весь секрет. Смотрим.
Здесь нужно шестеренки, наверное, немножко подвинуть. В принципе, нормально смотрится. Она ее прям как будто бы толкает, да? То есть главное, чтобы не заходили друг на друга. Можно вообще сделать, чтобы они не касались друг друга, да? Эффект будет все равно вращающихся шестеренок. То есть одна как будто крутит другую. Вот, в принципе, и весь прикол. Но смотрится очень круто. Вот я вращаю страницу вверх-вниз, да, и шестеренки меня слушаются. И смотрите, что можно сделать еще. Первое, вращающийся тающий бумеранг. И еще два элемента, смотрите. Маленький шарик вращается вокруг большого шара. И вот эта колотушка движется туда-сюда. Я не буду вам показывать, как это делается. Я думаю, что здесь вы сможете догадаться, как я это реализовал. Если у вас по этим элементам возникнут вопросы, и вы не смогли реализовать вот это вот, то пишите в комментариях. Если вам действительно это интересно, если вам нужно это знать, то я либо отвечу вам, либо я запишу урок об этом. Потому что я думаю, что здесь можно догадаться уже. После двух уроков об этом виджете, я думаю, что можно догадаться, как вот это я реализовал. В принципе, на этом все. Данный виджет также сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse, без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!